«Звездные войны», «Повстанцы», «Искра восстания» есть первые две серии грядущей замены «Воинам клонов» в диснеевском сеттинге «Звездных войн». Время действия, промежуток между эпизодами 3 и 4, ближе к вскоре после падения Республики. Пацаненок Эзра тырит ящик, от чего вызывает гнев Конана. Гордый кемериец и его друзья-пираты с отлично проработанными характерами занимаются грабежами, убийствами и насилием, отравляя жизнь добрых имперских граждан. И этот ящик полагался именно Конану. Поэтому Конан забирает пацана к себе на галеру и заставляет работать на себя, напарываясь на новые и новые засады злобной империи. Визуально сериал несколько удалился от стиля «Войн клонов», персонажи прорисованы несколько более реалистично. Главгерой Эзра, правда, до боли похож на Аладдина из одноименного диснеевского мультика. Визуальный ряд техники и сооружений вообще очень основательно приблизили к дизайнам старой трилогии. Возможно, чтобы сказать свое «ФФФ» лукасовским экзерсисом в приквелах. Сюжетная завязка банальная, ее развитие также. В целом мы наблюдаем обстебывание многих сценарных мулек старых «Звездных войн», помноженное на заигрывание с аудиторией благополучно завершенных «Войн-клонов». Герои каждый раз выживают только благодаря феерической тупости имперских штурмовиков и идиотизму расставляемых ими засад. При этом каждый следующий сюжетный поворот состоит из действий типа «А давайте вгоним рабов у имперцев!» «А чё, давайте!» «А давайте нахрапом возьмем Стар-Дестройер!» «А чё, давайте!» «А давайте с разгону налетим на имперскую планетарную базу!» «О, а чё бы и нет!» Экшн-сцены в основном неплохи, но есть и откровенно неуклюжие моменты, в особенности с поведением все тех же штурмовиков. Персонажи, как уже сказано, едва раскрыты, хотя некоторые, возможно, и имеют потенциал. За два поворота сюжета лично ваш покорный отправит авторов на расстрел. Вероятность невозврата в кадр большинства героев и злодеев «Войн клонов» минимальна. В целом вырисовывается неплохое зрелище для детской аудитории от 9 до 14 лет. А если повезет, свою порцию вкусняшек получат и прочие любители «Звездных войн». Но об этом можно будет сделать вывод уже по итогам наблюдения за развитием всего сериала в целом. You did well to call.